Совсем недавно, в сентябре 2020 года, моему отцу Яковлеву Михаилу Яковлевичу исполнилось 100 лет. К сожалению, его уже нет с нами. В мае 1941 года он поступил в авиационное училище, чтобы стать летчиком. Когда началась война, он воевал на штурмовике Ил-2, летающем танке, как его тогда называли. За время войны Михаил Яковлевич совершил более 100 боевых вылетов. Был сбит фашистами 3 раза, но чудом остался жив. Целью боевых заданий было уничтожение вражеских эшелонов, живой силы противника и разведка. В боях потерял 3 стрелков. Воевал на территории Белоруссии, Украины, Польши. Войну закончил в Берлине, но еще год после этого выполнял свой долг в Германии. В рядах советской армии служил до 1975 года. Был в Румынии, Афганистане. Службу закончил в звании полковника. Будем его помнить и передавать детям воспоминания о войне.